Итак, рассказываю, как же получилось, что я записывал альбом Modern Talking, а в итоге записал альбом Deep Purple Machine Head. Наступил 1985 год. Я перешел в 9 класс, и одновременно началась так называемая перестройка, о которой нам толмачили из телеящика, и везде мелькал человек с пятном на голове, произносил непонятные, но пространные речи. Говорил он много, но понять, чего же он хочет и как надеется осуществить свои планы, было, в общем-то, невозможно. Набор громких, сотрясающих воздух фраз, а на деле пустота и неизвестность. В реальной жизни никаких особых перемен в 85 году так и не замечалось. Все так же твердо на местах сидели партийные функционеры, и проводили они партийную линию. Единственное, что внушало надежду, это молодость нового лидера в сравнении с кремлевскими старцами, которые до того умирали. Его способность говорить без бумажки и широкая улыбка на его круглом лице. Я уже упоминал, как летом этого же года мой класс загремел в военно-спортивный лагерь. Нас готовили для войны с проклятыми пиндосами. И как мы 2 недели рыли окопы, ползали по полю в противогазах, сгорали на солнце и кушали кашу. Однако же в школе и в нашем классе произошли такие кое-какие перемены. Парни 9А, все стали как-то солиднее, в школу ходили или с черными дипломатами, или с какой-нибудь модной сумкой. Многие из наших стали адептами учения пофигизм. Смысл учения заключался в том, что все учебники оставлялись дома, а на учебу брали только тетрадки или в крайнем случае одну единственную книжку. На лице адепты учения носили маску твердой уверенности и такого всезнания. Более широкое распространение получили всевозможные шпоры или, проще говоря, шпаргалки. Списывание приобрело вселенские масштабы. Чем же были вызваны эти явления? Вызваны они были достижением возраста 15 лет, перестройкой гормонального фона организма или, проще говоря, многие тогда из наших парней уже вовсю гуляли с девицами, а некоторые не только гуляли, но шли еще далее. Употребление пива, вина и водки медленно, но верно росло, хотя и не достигло еще катастрофических высот. Странно, но факт, половина парней наших бросили курить, и мне, как раз втянувшимся в это пагубное дело, было сказано следующее. «Зачем тебе это? Лучше пивка выпить или вина?» Ну, я уже таки втянулся, хотя курил мало, и пачки хватало мне на целых 3 дня. А в мире, и особенно в музыкальном мире, также шла великая трансформация. Европу в то время покоряли новая волна металла и потрясали новые команды диско. У нас уже вовсю гремел «Мираж» с Гулькиной и Сухановой. У них там за бугром громыхали Modern Talking, Bad Boys Blue, Berlin, Scotch, Savage. В общем, шло такое усиленное наступление на устои старой музыки и рока. Я некоторое время пребывал в консервативном состоянии и наблюдал издали, слушая свои старые записи, но в конце концов поддался на восторженные отзывы одноклассников и решил приобщиться к культуре нового времени. В соседнем доме жил мой старый друг, еще с детства, Женя Великжанин, и он раздобыл запись первого альбома Modern Talking и группы Мираж. Помнится, у него был так называемый комбайн Мелодия 106 с проигрывателем пластинок и кассетным магнитофоном. Все записи у него, конечно же, были на кассетах, причем это были кассеты Sony, совершенно нового типа. И вот как-то раз в один из дней я прихватил свою комету 212, пару катушек и, изрядно попотев, взлетел на 5-й этаж к нему, и мы стали по тогдашнему жаргону черкать записи, одновременно обмениваясь репликами по ходу событий.
Настроение находилось где-то на отметке, близкой к словечку «ништяк». Никаких напитков мы не употребляли, а лишь следили за записью и наслаждались звуком из двух колонок нового типа, которые прилагались к мелодии. Колонки эти по форме напоминали такие бруски горизонтального типа, а не обычной вертикальной конструкции. На все мероприятие ушло примерно часа два. И вот вечером того же дня я уселся в своей комнате и стал вникать в совершенно новый альбом «Модерна», так у нас называли группу Томаса Андерса и Дитера Болина. Диск этот назывался просто «First», и по телеку постоянно гоняли тогда песню «You My Heart, You My Soul» в исполнении дуэта, и там постоянно в клипе возникала такая летающая пирамида. Сама песня, безусловно, являлась шедевром диско-музыки. Вкрадчивый приятный голос Андерса нашептывал о любви, и на душе становилось как-то печально и грустно. Да и весь альбом навевал мне непонятную тоску и печаль. И торопливый ритм ударных, краткие вкрапления гитары и обязательное участие клавишных создавало какую-то свою особую, непонятную атмосферу. Долго я слушал этот диск и пришел к выводу, что такая музыка хороша, наверное, для танцев, а на мое восприятие она действует негативно. В то время душа моя интуитивно предчувствовала некие предстоящие грозные события, ожидание чего-то опасного, неизведанного. И такая музыка как-то странно на меня влияла, как я уже сказал, вызывала тоску и печаль. В общем, альбом мне не понравился. Вскоре я еще записал диск Bad Boys Blue, и вот тот пришелся мне как-то гораздо более по душе. В том диске гораздо больше оптимизма и радости. А вот Modern Talking для меня с той поры стал неприятен. С удовольствием я слушал Сиси Кейдж, мне нравился ее вокал и все ее песни, но только не Modern Talking. Очень долго я терзался сомнениями и не знал, как поступить с этой записью. Но вскоре брат достал на кассете диск Deep Purple Machine Head, которого в моей коллекции еще тогда не было. А на той кассете он оказался в хорошем качестве, и самое главное, что он был в стерео-формате. Несказанная радость охватила меня, когда я записал его на ту самую катушку, где до того был Modern Talking. Попросту я его стер. Любимые наигрыши Лорда на органе, гитара Блэкмора излечили меня от тоски, и настроение снова стало соответствовать времени и моему возрасту. Однако же Modern Talking еще долго преследовал меня на школьных дискотеках, по телевизору и из окон домов. Осталось добавить сведения об обоих альбомах. Диск Modern Talking вышел в 1985 году на лейбле Ариола в Германии. Продюсером выступил сам Дитер Болин. Незаурядный немецкий музыкант, композитор и автор своих же песен. В дуэте он играл главную роль, а Томас Андерс был всего лишь прекрасной вывеской, приманкой для девушек-подростков, которые слетались, как мотыльки, на его привлекательную внешность, смуглый цвет кожи и выразительные печальные глаза. Что говорить, настоящий красавец, и наверняка Дитер Болин все это также просчитал. Впрочем, вокал у Андерса действительно оказался на высоте, этого уж у него не отнять. Первый диск Modern Talking занял ведущие места в чартах Германии, Дании, Финляндии, Португалии, Израиля и даже Чили. Было продано за один только 1985 год свыше миллиона экземпляров. Ну а теперь об альбоме Machine Head Deep Purple, который вышел в 1972 году, всем, конечно, известен. Выпущен он был на лейбле Purple Records. Диск этот занял 10 место в списке 100 лучших альбомов рока по версии журнала Classic Rock. По версии критиков, Machine Head
оказал сильное влияние на развитие хэви-метал, да и вообще всего рока в целом. Композиции Smoke on the Water, Lazy, Highway Star, Space Chicken навечно вписаны на скрижали рока. Что касается меня, то в 85 году диск произвел на меня потрясающее впечатление. Особенно, конечно, понравилось вступление композиции Lazy на органе. Естественно, понравилась гитара Блэкмора в его блестящих импровизациях в песне Highway Star. Ну и, безусловно, композиция Smoke on the Water – это вообще, как говорится, находка для всех времен. Альбом этот я непрестанно переслушиваю, и с годами он не потерял для меня своей ценности и актуальности. Безусловно, один из лучших альбомов Deep Purple.